Уже скорость, высоту нормальную подогнал. Непонятно, зачем на уголке, конечно, это делать. Ну ладно. Хорошо, вошел квадратик. Уголок круче себя не знаю. Ни хера себе, 60 градусов. И в процессе вращения окончания взял крючком на себя. Закончил на 45. Что-то раньше у тебя за тобой таких косяков, товарищ косой, не видно было. Уголок вверх. Оп, штопорная. Причем такая чуть пауза начала проглядываться. То есть подскок, а потом вращение. Получается, ручку-ножку паузу зачем-то даешь. Я не сторонник таких вещей. Так, две четверти бочка нормально. Кругляшек идет. Уголок вверх здесь хороший. Полторы. Ну, немного, небольшая кривулинка, так неплохо. Подтянул. Окончание кругляшка было такое чуть энергичнее, чем сам кругляш. Пол бочки. Там было нормально, выход от себя, бочка с четвертью. Эх, недоворотик такой, градусиков 10, а то и 15. Вот я поэтому и не сторонник в эту сторону вращать. С другой стороны, АК, она помогла бы нормально. Три четверти влево. И... Ага, хорошо, даже чуть на себя перетянул, плюсик. Линия чуть-чуть. Бы на полсекундочки по длине после трех четвертей был покрасивее. Раз чекушка, два чекушка. Так, нормально. От себя на уголок вышел. Хорошо, чуть покруче, может, да еще ветер встречный. Поэтому здесь наша хитрость. Ага, небольшая воронность, то есть на полутора управляемых. Хитрость в том, что мы сначала уголок ставим чуть поменьше, градусиков 35, потом раз, два, три, за 3-4 секундочки мы его доводим, додавливаем от себя. Здесь такой маленькая перештопором площадочка, надо бы покрасивее, штопор сам неплохой, качка на остановке, но лучше бы с поменьше газиком, тем более влево, но постоять хотя бы до 3 сосчитать секундочки, 2 половинки, 3 половиночки. Незначительная там вороночка была на второй. Бочка вниз. Нормально, вторая чуть подлиннее, плавный выход. Где энергичность, товарищ Зайцев? Поострее надо, во всяком случае, поострее показывает сходики. С вертикалечки, с горизонта, акцентики, как Семенович говорит. Ага, полторы, чуть проворотик. О, кругляшек от себя пошел. Большой кругляшек, хороший, правильно. Хотим. Раз, половинка, два, половинка. Чуть с подхватиком наверх. Такая мизерная вороночка. Так, посмотрим, что с тремя четвертями. Будет вытянуто вверх за каким-то хреном. Скорость это здесь уже. А вот меньше, ну да. Отвращал. Первая восьмушка чуть поменьше, вторая чуть побольше, но вот за счет вытянутости вверх скорости меньше вынес сюда. Потому что высоты-то хватает на второй кругляшек. Поэтому перебдел, я думаю, с наборчиком высоты. Потому что вот здесь, да, пошел после трех половинок вниз. Здесь с высотой все нормально. Уголок вверх. Две четверти. Раз, два. Ага, хорошо. Этих, да, скот с линии кругляшек. Ну, закругляешься нормально вниз, сосисочка. Раз, два. Две половинки. Сосисочкой вниз получился кругляш крайне. Так, ждем четверти. Раз, три четверти. Рик. Ага, неплохо. Небольшое наскольженце влево осталось. Но влево, благо, у нас и поворот. Вращение неплохое, одно из таких неплохих за сегодня. Бочка четвертью, ой, полторы бочки, хорошо. Нету остроты схода с вертикальки. Не забывай, давай, вноси-ка эти острота, она добавляет красоты. Так, чекушка, два чекушка, три чекушка. Скорость нормально. Ага, сапожок, не забудь бы энергичнее.
Ну, если ты энергичнее пытался, то не сильно энергичнее. То есть окончание получилось ниже, чем начало. Бочка щелит вертёк. Пример нормальная вертикалечка. Ух ты, бля, провернул до сколько. 30 градусов, на мой взгляд, да. Вот здесь увидел, ногой задвинул. Ну и мы увидели, и судьи увидели. Начал на себя. 45. 45 от себя пошел. Нормально. Перехлёстика не видел. Также было подозрение, что может чуть по градусам не дошел. Лучше здесь по градусикам переходить. Градусика 2-3. Чуть замедленится, третья по темпу чуть помедленнее. Ну, косяки были, товарищ косой, конечно. И провороты по 30 градусов. Так, не самый худший вариант, конечно, но и не самый лучший. Бывали у тебя и получше болельщики. Ну, ладно. Вертикалька вверх. Тык, тык, тык. Такие долгие фиксации. Слушай, посмотрим, как ты. Ага, да. За счет скорости на первой фигурку это самое вынес хорошо. Раз бочка, два бочка. Раз, два, три, четыре. Ну такие спокойные фиксации. Раз, два, три, четыре. Ага. Посмотрим, как верхушечка положишь. Так, чуть закосил направо. Ууу, нога попала в колесо. Че, влево решил сделать, что ли, чуня? Тык, тык. Ну, что-то стопорное скрутилось большим радиусом, но, я так понял, попала-таки нога в колесо. Важно, что судьи подумают. Так, вертикалька вверх. Связочная фигурка. Чекушечка. Пожог на себе. Тык. Ну, это связочно, да. Смотрим, три четверти, три четверти. Вертикалечка. Раз, два, три. Ну, хороший, долгий фиксация, красиво, молодец. Жертик. Ага. Ну, радиусочек, конечно, красивее был бы, если чуть побольше. Ну, так быстро вращалось. Ну, я бы, как судья, ну, 7,5 бы поставил, да еще и вторая линия коротковата. Если бы радиусок побольше, то, может, восьмерочку бы поставил. То есть, понятно, что это не является критерием, но лучше радиусочек все-таки побольше, покрасивее фигурку делать. Так, чекушка, поворот, это угловая фигурка. Елка. Рик. Ага. И радиусочек, то же самое, радиусочек. Хорошо бы чуть побольше. То есть, ну да, видно, что отрицательное. Раз, два, три, четыре, уголок вверх, четыре четверти. Два. Слушай, чуть ли не 4 секунды стоял. Вверху кругляшек такой маленький на верхушечке, а внизу он дуга большая, побольше, скажем так, небольшая, побольше. Раз, планинка, два планинка. Ты что, за высоту борешься? Высоты вроде хоть попой кушай. А вот здесь вот закруглил верхушку. Чего на первом-то круглише так же не сделал? Ну там отрицательно, понятно, здесь положительно. Горизонт, точка четверти, тык, тык. Ага, ну неплохо. Может там 40 на 50, ну около нормы был. Восьмушка. Единственное, что чуть суетливый. Здесь-то ничего не стоит подержать ее подольше, покрасивее было бы. Полупетелечка, готовимся к 3-4. Вот, прибрал таки, а то слышу, несешься на полном газу. И четверти. Раз с уходом. Это что это? Ты такой уход-то в сторону юга туда забубенил. Ножками надо работать на элеронных вращениях, даже когда они не в удобную сторону. Уголочек. Бочка. Четверти. Восьмушка. Восьмушка. И здесь тоже ушел с обратного. Значит, что ты там левой ногой, видать, не додерживаешь после этого самого в прямом полете, поэтому уход. Сейчас был в северную, в сторону северной зоны. Уголок вверх, посмотрим, что у нас две четверти. Раз, два. Ну, такой радиусок не с ручечки начатый, а куда-то в стороночку. Правда, над головой это, может, если у судей по-другому смотрится. Ну,
на двух четвертушках тоже чуть-чуть кривольнул. То есть, друг любезно, что-то с ножками у нас на Лерона обращение. Не совсем такая корректность. Вот эти уходы по направлению, это все от работы ног такой, не совсем корректный. Так, эсочка, идем, подготовка к колокольчику. Смотрим на бочечке, над головой. И смотрим внимательно. Сейчас раз вышел. Оп. Ага, влево сделал. В плюсе стоишь, нейтрально стоишь. И чё? Вот тебе, пожалуйста. Вот я тебе говорил, минусовой больше на страховку делать. Не поверил. Стоял в плюсе и страховку убрал до нуля просто. Вот-то с нуля он и развернулся. Не хочешь ты слушать меня, дурака? Вот получается баран. Жалко, потому что страховку больше надо делать для минусового. Так, бочка четверти хорошо отвращал. Поздновато начал восьмушки делать, где-то на даже не 30-25 градусах. Поэтому такая сосисочка по горизонтику. И закончил также на 25-30 градусах. Сосиска получилась. Бочка, четверть. Ну, с вороночки такая тоже. Чувствуется неуверенное вращение, надо накатывать. Быстрое энергичное вращение с правильной работой ног. Yes. Ну, это связочная батарея идет. Дуга, ну посмотрим, что у нас будет. Чекушка, ну вот чекушка на третьей вертикальке. На судьи выскочил. Так, с правой ножкой должен быть штопор. Половинка. Ага. Такой штопорец, немножко не штопорец. Ну, как сказать, с большой элеронной составляющей получилось. Рисковато газиком работаете, молодой человек. Слышали, наверное? Поплавнее надо. Полторы бочки нормальные, бочку. Слушай, умеешь ровненько достаточно вращать, а чё с ножа кривуляешь? Ага, понятно, знаешь, у тебя с ножа, когда вращаешь, с ножками там не дружба. Так, пошел внутренний, чуть не дошел, 90. Смотрим, как, ух ты, и не дошел еще больше. И что здесь будешь делать? Вот, да, и приходится корячиться на крайний. В общем, неравномерно поторопился, не дотянул на первый, потом еще больше не дотянул на второй полубочке. И вот эти 20 градусов пришлось еще пытаться вписать в эту полубочку. В общем, так, поспокойнее надо делать. Как виражик, поменьше скорость по вращению, по элерончику, чтобы успевать проходить.